А теперь она плачет. Ради бога. Энди, принеси камеру. Покажи мне свою самую красивую улыбку. Хорошо смотришься в кадре. Теперь изобрази страх. Вот так? Могу показать тебе отличные фильмы. Девочки там кричат по-настоящему. Что вы хотите со мной сделать? Ничего. Чёрт! Я сучка, заблудившаяся в лесу. Я понимаю, что скоро умру. Что я буду делать? Мне страшно до усрачки, я не знаю, как быть! Заткнись! Иди ко мне. Тебе конец. Я найду тебя и убью. Я тебя не боюсь, сука! Это иллюзия. «В ловушке» – фильм Винсана Паранно. В ролях Люси Дебай и Арье Вархальтер.